Друзья, всем привет. Всем огромный привет. Привет еще даже, можно так сказать, и нужно. Тут у нас рыжий бродит. Кисуня, наелся? Ага, только что столько корма съел. Витамишку. А теперь бродит сам по себе. Куда? На точилку пошел. А, ну как же. Все правильно. Когти надо точить. Кто там? На собаке на внимание обратил. Рыжуля, красотуля. Не знаю, что ему делать. И облизаться, и посмотреть. Пойдешь? Пошли, кися. Да, утром уже намного теплее, чем было вчера, вчерашним утром. Уже так припекает. Я так думаю, что сегодня будет намного жарче, чем вчера. Вчера у нас балалайка открутилась. Вот это вот само по себе выпало. Ну ничего, собрал. Сегодня отремонтирую. Как она так открутилась, непонятно. А где остальные коты? Рыжий сопровождает. Как они тихо ходят, а? Так, сейчас посетим нашу тепличку. Посмотрим, что у нас там. Залетаем. Оп. Так, о. Ну, можно уже помидоры не покупать. Уже мало-помалу зреют свои. Это хорошо. А он вообще красавец какой. Здесь тоже как так один на ветке красный. На кисти на этой виноградной. Остальные зеленые. Ну ничего. Подождем. Пусть зреют. Люся. А тут рыжий из угла. Кисюня. Маленькая кошка. Тоже вот животные такие сами по себе. Если не хотят, чтобы гладили, ну никак не заставишь. Рыжая лапа грязная. Тут перья. Кто-то позавтракал с утра. Айвишка наша увеличивается в размере. Сейчас мы так облетим. И вот с этой стороны зайдем. Во какая. И вон наверху ее. Так, нормальненько. В том году или позапрошлом, не помню, вообще столько было. Я думал, ветки пообламывают. А в этом году так. Так как треба, как у нас скажут. Так как надо. Иду, думал, мне показалось, со слепого глаза, думал, какой-то пенек за веткой. А это сын, да, Кисюня? Здорово. Кто будет умываться? А ты там позавтракал, а? Это вроде ж корм только, только корма наелись. От души. Войти. Тоже, значит, гладиться захотел, как он лапу широко расставляет. Босс. Ты босс? Ага. Пойдем, прогуляемся. Сейчас где-то минут 20 восьмого утра, а уже как высоко солнце стоит. Ну, какие цветочки красивые. Пахнут, ну так, слегка, не ярко выражены, то есть такие аж приторные. О, Манюня, Кисюня, привет, ты уже с гуляния, а мы только туда. Ой, тут хоть дышать есть чем.
пока еще более-менее. Лебедей не видать. Где-то плавает. А вот маленький. Утка черная, и с ней такой маленький-маленький утенок. Ну, что человек пищит? Вода прозрачная опять. Муть уселась. Так вот интересно, что и рыбы не видно вообще, ни одной не видать. Вот насколько просматривается вода. Вот я сейчас смотрю, метров 10. Я вижу везде трава, трава, трава. И глубина сантиметров 30 может. А до травы вообще сантиметров 20. Очень мелко. Чего рычишь, как медведь? А, улыбака. Дай его, что у тебя на ухе висит. Травинка. Мы еще не идем пока. Ой, надо постоять, побалдеть. Чуток. Рыбак там на месте. Пытает удачу. Класс, красота. Вон лебедь. Не знаю, будет видно или нет. Один. Где-то все остальные в кушерях, наверное. Что? Не выспался? Собакин. Маша лежит. Они тут охотятся. Птичка вот тут сидела на ветках. И Люся, глаза по пятаку. Люся. И Маня здесь рядом. Думаю, та, если что, перехвачу потом у Машки. Да? Манюня. Вот так, вот так. Пошли. Где там наши остальные? Так, надо немножко шелковицу поклевать. Вот сколько ее. Она здесь сладкая, чистая. Дороги нету, ветра нету, пыли нету. Кто тут кого-то гоняет? О, а тут царь спит. Ты будешь тут? Ага. Да им тут классно. Прохладненько, нет никого. Так, что такое? Люся гоняет Машу. Аж Собакин возмутился. Маня чем-то проштрафилась. Узнал? Ага. Пойдем. Ой, как шикарно утром. Пойдем сейчас заварим себе какого-то там сборного чая из трав. Чего там только нету. Закарпатский чай. Тут еще один лежит кот. У меня, в общем, коты разбросаны по всему огороду. Попьем чайку. Сегодня у нас трудовой день. И будем чем-то заниматься. Всем, друзья, хорошего, мирного, тихого, прохладного дня. Коты носятся. Всем удачи, добра, здоровья, благополучия. Остаемся на связи, друзья. Всем пока.